Приветствую всех на моем канале Азия Дизайн. Сегодня покажу, как делать такой текстовый эффект Figma. Создаем новый фрейм размером 1920 на 1080 пикселей. Помещаем туда наше изображение девушки, прыгающей на скакалке. И создаем текст. Пишем букву О. Я выбрала такой вытянутый шрифт Bebas. И я его изменяю, превращаю в кривые. Выравниваю по высоте. Создаю ему градиент от голубого к ярко-розовому. Помещаю поверх него девушку, меняю слои. Чуть-чуть выравниваю. Дополнительный текст, just, размер немного большой, он нужен белый и инструмент, буква K, инструмент scale. Я пропорционально изменяю размер текста. Помещаю за девушкой и чуть-чуть масштабирую, чтобы две буквы G и U попали в размер буквы O. Первую пишу слово jump. Выделяю эти оба два слоя, размещаю чуть ниже. Также перевожу в кривые правой кнопкой и здесь немножко я подвину букву Т, прям в кривых, чтобы она ровно по букве О, по линии буквы О ушла. Сейчас я создаю тень у девушки, дублирую ее, слой, переименовываю в Shadow. Вверх слоя Shadow создаю прямоугольник и делаю его отравочной маской. Заливаю черным цветом и добавляю эффект Layer Blue и примерно около 30 пикселей. Делаю непрозрачность 10 и режим наложения Multiply, умножение. Вот такой эффект у нас получился. Текстовые эффекты, картинка поверх всего текста. Очень эффектно смотрится. Спасибо за просмотр. Если понравилось, лайкайте, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи, пока!